Так, я вас приветствую. Но связи пока нет. Не знаю, хватит ли интернета. Так, сейчас посмотрю, есть ли сигнал на другом телефоне. Так. Так, ага, связь вижу есть. Народ начинает подключаться. Так, посмотрю. А, так, на втором телефоне у меня все в порядке вроде. Так. Так, я вас приветствую всех, кто сейчас онлайн. Вижу, начинают подключаться все жители нашей Молдовы и те, кто находится в диаспоре. Напрямую Ренбрау за Феличит Питоцку. Нуноу Пестилу Веки, Кустунтул Василий. Подурец Латот Санатати, Емосик от моей позитиве на Честан, Ванева Ноуню Факут Шунка до Дисфунту Василия, кушал дискутем, Аштептем Сосе Куниктеза к этому Малтулуме. Пока еще раз разрешите поздравить всех вас с Новым годом по старому стилю, пожелать вам всем крепкого здоровья, как можно больше положительных эмоций в этом году. Я очень надеюсь на то, что в этом году мы с вами сможем достигнуть очень многих положительных изменений. И в муниципе был и в целом во всей стране. Как я уже говорил, так, секундочку, сейчас я сделаю репост здесь на... Так, секунду. Так, везде у меня в Фейсбуке... Пошло. Так. Окей, да, вижу, все идет. Значит, как я и говорил в своем анонсе, я на самом деле думал, что свой первый прямой эфир в этом году я сделаю, находясь в Молдове, но ввиду тех событий, которые начали происходить вчера, ввиду того, что некоторые политики начали там себе чьи-то заслуги присваивать. Кто-то начал выходить даже с бредовыми комментариями, об этом сейчас тоже поговорим. Так как событие очень важное, абсолютно для всех граждан Молдовы, то, что вчера было заявлено госзнака, именно то, что Плохотнюк является персоной нон-грата, а также члена его семьи, значит, ввиду того, что некоторые по незнанию правил того же Интерпола, да, Конституции Интерпола, некоторые, не разбираясь, там ляпают всякие вещи, что может реально навредить тому, чтобы он был экстрадирован в Молдову. Ну, обо всем по порядку. Так, вижу, значит, многие продолжают подключаться, но чтобы не задерживать ваше внимание, плюс я нашел место, где относительно хороший интернет, я скажу все, что хотел вам сказать на эту тему, да, а потом те, кто подключится позже, там посмотрит это или подключается сейчас, ну, посмотрят записи. Итак, по порядку. Вчера после ближе к вечеру по Кишиневу, значит, очень поздно ночью у меня, практически под утро, Молдову всколыхнула новость о том, что, значит, американцы, значит, предъявили, то есть подарили, скажем так, на Свинту Василию Плохотнюку статус персоны нон грата в США, заявили о том, что они будут продлевать его визу, заявили о том, что во время его, скажем, это мы считаем это, в принципе, не руководством страной, а во время того, пока он владел Республикой Молдова, значит, он совершил ряд нарушений, и поэтому как бы получилось то, что получилось. Значит, после этого мы с вами видим, выходит, значит, сразу вылетает там Игорь Дадон, раздает интервью, что вот работали те, которые про которых многие не знают, и на совбезе это обсуждалось, и вот и США
там его и Россия там два раза осудила, правда, два раза не осудила, а заочно арестовала. Значит, а первый арест все-таки Плохотнюк получил по моему делу, да, напомню так, Дадону. Значит, ну, суть не в этом. Суть в том, что отметить несколько принципиально очень важных вещей. Во-первых, вы мне извините, просто нереально жарко, очень высокая влажность. Значит, во-первых, то, что сделали вчера американцы, этого ждали очень давно. То, что это произошло после того, как Плохотнюк потерял власть в стране, да, это не очень хорошо, можно было сделать это раньше, но то, что вчера сделали американцы, к этому не имеет отношения ни один политик в Республике Молдова. Поэтому нечего одним, вторым или третьим это себе как-то присваивать. То, что они приняли решение и решили Плохотнюка потерять, это для меня была ожидаемая новость, потому что, если вы помните, я в свое время говорил о том, что он находится в США, о том, что он попросил политическое убежище, о том, что несколько раз переносилось рассмотрение, и ему политическое убежище никто не дал, об этом я говорил на каналах. Те, кто следил за моими эфирами, значит, все это видели. Значит, было принято решение избавиться от него, потому что, ну, к нему есть очень много вопросов. Я вам хочу сказать и другую очень важную вещь, что под решением, которое было принято в США, подписались практически все цивилизованные государства. Я уверен, что подпишутся и остальные. Хочу вам заявить со всей ответственностью, что Плохотнюк не может, например, уехать попросить сейчас убежище в Лондон, в Великобритании, да, либо в других странах, потому что, ну, во-первых, его туда уже не пустят, плюс в какую бы страну мира он сегодня бы не поехал, он будет сегодня задержан и экстрадирован в Молдову. Значит, Плохотнюку на самом деле очень грустно, потому что вы понимаете, да, человек владел страной, делал все, что хотел, и сегодня у него, как я также говорил в некоторых, на некоторых телеканалах, я говорил о том, что у Плохотнюка есть всего два хороших паспорта. Совершенно имеется в виду, что два законных паспорта, и он может в эти страны вернуться. Значит, первый законный паспорт, это у него паспорт гражданина Республики Молдова. Второй паспорт – это паспорт гражданина Румынии. Значит, в США дела обстоят следующим образом. Значит, адвокат в течение 10 дней может обжаловать в суде решение, которое было принято по Плохотнюку. Значит, но в ближайшие дни, никто ему там не даст сидеть до суда, в ближайшие дни он обязан покинуть территорию Соединенных Штатов Америки. Ему некуда сегодня ехать, потому что цивилизованные страны его не примут, его не примет Великобритания, и такое решение есть, его не примут другие государства Евросоюза. Поэтому Плохотнюк, как я и говорил раньше, сейчас вернется в Румынию. Значит, потому что он является гражданином Румынии, значит, и это сегодня единственная площадка, где он может перекантоваться ненадолго. Почему ненадолго, об этом поговорим, когда я вернусь в Республику Молдова. Я мониторю ситуацию, в курсе абсолютно всего, что происходит. Ну, если не всего, то почти всего. Значит, Плохотнюку, я говорил о том, что хочу кое-что посоветовать в анонсе. Плохотнюку я советую сделать одну вещь. Значит, Плохотнюку я бы посоветовал, конечно, вернуться сегодня в Республику Молдова. Да, где он будет задержан сразу на границе, он будет доставлен в СИЗО 13. Значит, Плохотнюку сегодня не может ничего угрожать. Если при Плохотнюке в молдавских тюрьмах могли покалечить, убить, сегодня даже при том, что Дадон полностью контролирует все ветви власти, такое произойти не может.
Другой вопрос, что и Игорь Дадон, и многие другие политики очень не хотят того, чтобы Плохотнюк вернулся в Молдову, даже под предлогом того, что он как бы сядет. Потому что Плохотнюк вытащит абсолютно все свои загашники, и Молдова просто сойдет с ума. Если Филат просто обещал, там, контрузы его испунишь, во эксплуатату от цара, значит, Плохиш как бы начнет топить очень многих. Он может начать топить даже тех, которые были вместе с ним у власти, включая Игоря Дадона. И потому что, ну, вы же помните, кто ему подыгрывал по многим решениям, да? То есть это закон о прокуратуре, это смешанная система и так далее. Поэтому не исключено, что под эти санкции еще кое-кто может попасть. Значит, Плохотнюк может начать сегодня возвращать деньги, украденные им в Молдове. Вот я, например, говорил о том, что я планирую позвонить и записаться на прием к новому генеральному прокурору, потому что есть очень много вопросов, связанных с моими уголовными делами. Там были какие-то ревизии в Печикоксе и так далее. Значит, и эти дела были возбуждены незаконно. Так как одно есть дело в Великобритании, второе не имели права возбуждать заново и так далее. Но не будем сейчас заострять об этом внимание. Но с генеральным прокурором я хотел бы поговорить о следующем. Например, это опять же совет Плохотнюку. Плохотнюк, Владимир, если ты не смотришь мой лайф, то ты его, тебе о нем расскажут, и ты его все равно посмотришь. Значит, например, есть гражданин Румынии. Гражданин X, пока его так назовем, который находится в Румынии в розыске. И это человек, на которого Плохотнюк оформил в Дубае определенные счета. И у этого человека сегодня на счетах порядка 100 миллионов долларов США. Эквивалентом разных валют. Значит, этот человек, гражданин Румынии X, которому Плохотнюк сделал также левые там молдавские паспорта в свое время, значит, перестал ему отвечать с середины лета на телефон. А это деньги граждан Молдовы. Поэтому ты, Владимир Плохотнюк, напиши заявление на имя генерального прокурора Стайногла. Расскажи про этого гражданина, как ты ему передал эти 100 миллионов долларов, как ты ему делал левые паспорта, как себе, Горбунцову и всем остальным. И, возможно, это тебе зачтется. Ну, потому что 100 миллионов долларов вернуть, как бы это, ну, существенно сегодня помогло бы Республике Молдова. Другие сотни миллионов долларов, и, конечно, тоже нужно вернуть. Но если этого ты не сделаешь, Плохотнюк Владимир Георгиевич, то это сделаю я. Я обязательно пойду на прием генеральному прокурору. Мы обязательно обсудим этого гражданина X, которому ты доверил свои деньги, который тебе кинул. Когда начались у него проблемы, этот перестал ему просто отвечать на телефон. Ну что, у человека 100 миллионов долларов в кэше, вы понимаете, да? То есть, ну, человек просто, ну, может себе позволить все, и Плохотнюку ничего, как бы, возвращать не нужно. Поэтому я хочу встретиться с генеральным прокурором, значит, для того, чтобы помочь в возвращении украденных Плохотнюком денег Республики Молдова. Значит, я готов предоставить и другую информацию, которой я владею, потому что мне не удалось попасть на парламентскую комиссию, потому что, ну, тогда была свадьба социалистов, Сакумов, семей, там как-то одни не хотели, социалисты очень не хотели, чтобы я туда пришел. Мне есть о чем поговорить, вся эта информация будет представлена. Также новому генеральному прокурору я предоставлю информацию и документальные подтверждения того, как Плохотнюк, используя некоторых преступников, значит, в тандеме вместе с ними, финансировал, занимался отмыванием денег для некоторых компаний, которые признаны сегодня некоторые либо террористическими, либо
компаниями, которые имели прямое отношение к разработке и финансированию ядерного оружия. Все эти документы в томах я также готов предоставить, и я уверен, что Александр Стоянова может стать известным не на всю Молдову, а известным на весь земной шар. Поэтому попрошу подготовить к моему приезду, вернусь я через несколько дней, все эти документы для того, чтобы прийти красиво к генеральному прокурору, предоставить информацию и о том, где хранит Плохотнюк часть украденных денег, и о преступлениях, а там, ребята, пойдет речь уже о сотнях миллионов долларов. Это вот из тех папок, которые все меня спрашивали, там, зеленая, розовая, там, и так далее. Поэтому, как бы, будет информация очень полезна. Я уверен, что генеральный прокурор Александр Стояногла, сотрудничая с правоохранительными органами других стран, очень быстро подтвердит все то, что я ему предоставлю. Там проводки, договора, транзакции, ну то есть весь пакет. И есть кое-какие штрихи, которые как бы я не успел разобрать, ну потому что, во-первых, у меня нет полномочий, как у генеральной прокуратуры, но я всю фактуру предоставлю, пусть они работают, и на самом деле он заработает себе, как бы, об Александре Стояногле и так все, ну, почти все хорошо говорят, я тоже о нем ничего плохого никогда не слышал, но это будет возможность для того, чтобы Александр Стояногла провел под своим руководством расследование, подключил, связался со всеми странами, где совершались такие же преступления, и весь мир его узнает как человека, который поломал схемы преступникам, не просто преступникам, гражданам Молдовы, а преступникам, которые творили трансконтинентальный беспредел. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Значит, поэтому мы, повторюсь, ждем Плохотнюка в Румынию, потому что, ну, в Молдавии он все-таки побоится приехать, хотя больше боятся те в Молдавии, на которых у него там есть компромат, чем он сам, возвращение в Молдову. Значит, подождем его пока в Румынии. Туата лумяшти фуарти биника сент аматор ауни густер субденумиря чорба ди борте. Вот составший ее осмененг чорба ди борте. И совмещу с полезным, с приятным. Ши чорба ди борте осмененг в карзе. Ши пи плохиша ностро асалприним шасаладущим оказ. Значит, он сегодня, будучи в панике, наверняка думает, что он попасть может где-то спрятаться на каких-то там островах, странах третьего-четвертого мира, да, назовем их так. Значит, хочу сказать, что неважно, либо это рядом со мной сейчас Сомали, Мадагаскар, любые другие острова, страны, где он окажется, я об этом все равно узнаю, как бы он ни шифровался. Но он вряд ли рискнет, у него дорога сегодня в Румынию, из-за того, что он является ее гражданином, хотя есть дорога и в Молдавию, но я думаю, он пока на нее не пойдет. Поэтому, если в ближайшие дни, пока я вернусь, появится информация о смене его местонахождения, я вас обязательно об этом проинформирую. Очень важную вещь хотел бы сказать для некоторых наших политиков. Я сегодня читал заголовки, там Василий, значит, господин Боля от блока АКУМ, депутат парламента, что если Плохотнюк приедет в Молдавию, его убьют. Господин Боля, вы что, решили помочь Плохотнюку все-таки в какой-то, в 39-й стране получить убежище? Одного вашего заявления достаточно для того, чтобы он приложил к своему заявлению в Интерпол, для того, чтобы его в Молдавию, для того, чтобы его в Молдавию не отдавали. Значит, наоборот, сегодня все молдавские политики, я первый, мы берем на себя, должны взять на себя то,
чтобы гарантировать молодой плохотнику безопасность, нормальные условия содержания. Филат был тот, который жалел о том, что в свое время не успел сделать ремонт в тюрьму. Плохотнюк его не делали, это потому что там сидели его оппоненты. Посидит в таких же условиях, в которых сидели те люди, которые страдали из-за него, из-за его режима. Поэтому сегодня, значит, все политики, все правоохранительные органы, особенно правоохранительные органы, могут письменно в виде гарантировать Интерполу всех, что Плохотнюка никто в Молдове не тронет. Он нам сегодня нужен целым, здоровым и невредимым. Он нам нужен сегодня для того, чтобы вернуть сегодня Молдове все то, что он у нее украл. Он украл у нашей страны, он украл у наших граждан. Поэтому как бы сегодня это наша первостепенная задача. Поэтому если речь станет о том, что он будет жаловаться на плохое содержание в тюрьме, значит, я отремонтирую ему камеру за свои деньги. Значит, только для того, чтобы он вернулся домой в Молдову и ответил по закону за весь тот беспредел, который он совершил. Поэтому, дорогие друзья, значит, я вас благодарю всех, кто сейчас находится онлайн. Делайте, пожалуйста, репосты. Дистрибуйте ворога сейчас видео. Ну, прям по сибилитез для Ажунджи Латос Четатени Дня Республика Молдова. Нкодата брался митюня с фапту к Чечиса Антемплат. Ерь, Шанумик и Плохотнюк. Есть и декларат персона нонграта, настоятель унителя Америчей. Есть и Виктория Тутурур Четатенлур Дня Республика Молдова. Шану Аполиченилу. Шесфака мы пацаны спекулации, где часто в хостом джест кэтри попорул Републичи Молдова, дим партия стать лорнити, шла туати статили цивилизати, кари ничнул вор прими. Кумарфи, Мари Британия, ну майрич като катакулу елбетя, шумулти алти стати цивилизати. Так и соскундин алтили, куда у меня жута, ку феричун кричит, акуйва, Васигур Йок, ДСМ, шел Ажунджи Макас. Импортант, к контролу и плохотню, где же аста сынт, туати, статили, челевизати, дипеглобу, помынтеск. Дяста мерджим на Индия, ше скуртим конвой ревене Акаса, вой мерджила прокурору генерал, касы презент информации, че цени диспри $100 миллионов, который фост фурати и плохотнюк, ши сунт аскунси на пестихотаре пенумели ауны четатян динал стат, некотен плохотнюк я факут ша активался на Республика Молдова. Плюс информес прокурор генерал, дес прио схема, дес паларе ди бань, на пропорции дио себе ди маль, бань легати ди компании ди интерлоп, террорист, армии нуклеачи, ши eu cred că domnul Stănoglu îl va cunoaște tot globul pământesc după ce voi prezenta și va începe investigația pe acest caz. Iată așa, stimați prieteni, поздравляю еще раз всех со старым Новым годом, с праздником вас, vă iubesc, vă cuprind, în scurt timp ne vedem acasă, mai am câteva zile de vacanță și mă reîntorc în Republica Moldova. Cei ține de speculațiile care tot încearcă să continuously organizuje domnul președinte, domnul Igor Dodon. Igor Dodon. Mai odihnește leac. Că voi lucrați, dar mă tin ca să mă apuc și eu de lucru. Сила правды. Обнимаю всех, своих, всех родных. Спасибо всем вам. Обнимаю. До встречи. Увидимся. Пока.